Стас, победа, ну или начало комментарий по матчу. Спасибо, тяжелый матч получился, конечно, не ожидали, что такое обилие голов будет. В плов так нельзя, конечно, играть, пропускать столько. Будем справляться. После того, как повели счет 3-0, что случилось с командой, там как-то расслабились? Да, может, они где-то начали активнее играть, в большинстве нам забили. Ну, удача тоже, может, отвернулась от нас немножко. Это второй ваш вообще гол в КХЛ, как я понимаю, из статистики верить. А как вообще удалось забросить? На удачу бросали? Ну, конечно, просто бросил, она зашла. Нашла место какое-то там в очке у нее. Когда 4 шайбы команды пропускает, что тренер говорит в плей-офф? Да, главная победа. Главное, хорошо, что первый матч дома выиграли. Неважно, сколько 4, но все равно так нельзя, конечно. Кореев вот по ходу игры нервничал, наверняка в раздевалке вы к нему подошли. Ну, я не видел, что он нервничал в раздевалке, там так он получилось. Ушел просто сразу, прям психанул. Ну, бывает, ничего страшного, первая игра, все. Ну, как-то вот 4 пропущенные шайбы, это больше вина обороны, где-то кто-то не добежал, или вратарь, но не потащил? Все команды, если пропускаем, значит, все вместе. Угу. Есть силы на следующую игру? Вот Авангард говорит, что они намного злее будут и победу заберут, вы как считаете? Ну, пусть попробуют.